А? Оставь. Все равно ничего не слышно. Слышно, нам все слышно. Сейчас мы ждем, когда к нам немножко присоединятся подписчики. Ну, точно тихо, да, не слышно ничего. Слышно. Мы только что были в прямом эфире в Ютубе. Вышли к вам буквально на 15 минут. Ну, какой на 15? На 5 минут. Скажите, кто был на прямом эфире в Ютубе? Можете написать плюсик? У нас сейчас хорошая связь, и мы можем все прямо онлайн смотреть. Ура! Добрый. Кто-то был на прямом эфире в Ютубе сейчас? Володя хотел поделиться своей новой идеей. Спрашивают, как настроение у тебя. Мы немножко в стрессе, честно. Это нормально, просто немножко не понимаем, что делать. Потому что одни люди хотят это, другие это. Мы не можем разорваться. Что произошло? Люди попросили разобрать песню «Бесконечность», показать аккорды. У нас произошла какая-то техническая проблема, потому что мы первый раз решили снять с 4 камер, и, видимо, недостаточная скорость Wi-Fi, он рассчитан на 2 телефона, а у нас с 4 снималось. Вот, и поэтому, ну, получилось так, что я рассказываю про песню, а мне вопросы спрашивают вообще про «Сибирские морозы», там, про песню «Музыканты», про «Капюшон», вообще про все другое. Получается какая-то... Я смотрю на экран, вопросы одни, а я рассказываю другое. То есть, в общем, было весело, да. И поэтому, ну, как это очень, очень странно. То есть я рассказываю про одно, люди этого не слышат, они еще. Они до них позже доходят, задержка идет. Они задают совершенно другие вопросы, которые я совершенно не могу на них отвечать, потому что я другой. Поэтому мы решили, так, мы будем собирать ваши вопросы просто заранее и делать программу по какой-то песне. Будет разбор, потому что вот по «Сибирским морозам» будет очень серьезная программа, долгая, там очень много накопилось материала за столько лет этой песни, столько любви народной. Их на разных сайтах просмотров, там около 30 миллионов просмотров. Вот, поэтому я думаю, что мы просто будем записывать вот так на 4 камеры, будем записывать программу, практически передачу. А при эфире мы будем с вами проводить так весело, как раньше, задорно, и будем отвечать на вопросы. Но самое интересное еще что, когда мы ведем прямой эфир, вопросы куда-то исчезают. Все говорят, вот классная песня, хорошо выглядите, вот та-та-та-та, а вопросов-то и нету. А сейчас было наоборот, я рассказываю сюжет, рассказываю песню, про что песня, показываю аккорды, а людям это не делают, они вопросы задают. Не, мне кажется, когда они видят, что ты начинаешь их читать, они просто такие: «Владимир меня читает», и все входят в экстаз, и начинают говорить: «Владимир, мы тебя любим, Володя, Володя». Вот я сейчас переверну камеру, и все сразу вопрос-то закончится. Так нет, а здесь сплошные: «Да, Володя, ты такой хороший, 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 хороший». Я такой хороший, Володя ничего сказать не может, потому что... И поэтому мы будем делать... для вас программу заранее по песням, по разборам песен, а какие-то вопросы будем отвечать, наверное, в прямом эфире уже. В программе тоже будем отвечать на вопросы, но мы их будем брать заранее. Да, на самом деле было бы здорово, если бы вы нам помогли. То есть вот мы сейчас вышли, если вы обратили внимание, по средам мы делаем прямые эфиры. И вот в среду, допустим, оставить, да, мы смогли бы делать программу, например, да? В среду разбор песен, а прямые эфиры оставят такими спонтанными историями, как про медиаторы, про паяльник. Мне вот это больше всего нравится. Не знаю, было бы здорово ваша обратная связь. Мы сделаем пост, чтобы вы поделились, как вы это видите, как вам бы было как бы интересно. Как вам удобнее, в определенное время прямые эфиры или спонтанно? Потому что мы же не готовились к этим прямым эфирам. Как шло, так шло, что в голову приходило, то и все смеялись, всем было весело. А когда начали подготавливаться? Когда начали подготавливаться, как-то уже стало не очень смешно, потому что... Все говорят, что я много смеюсь, и это прям вообще... А на самом деле Катя должна смеяться, потому что она мой юмор понимает хорошо. И скоро все будут понимать.
Да, так Она, Володя вдохновляется, а если я молчу, он сразу когда я про слишком ведьму серьезно. вел разбор, просто я могу в следующий раз взять ту же ведьму и рассказать вообще другую совершенно историю. И вот некоторые девушки писали, что они с дивана падали от хохота, потому что они въезжали, как, и каждую песню как можно преподать. Я обещаю, что вот от сибирских морозов просто будете визжать и падать с дивана. Вот. Какая-то романтическая, лирическая песня. Трагическая. Да, Володя немножко делился там историей. Там есть, ой, ребята, там есть, не буду, как это, продавать Начали не рассказывать, концовку, но это будет но там интересно. есть очень неожиданная история связана, а, например, с клипом даже. Я первый раз историю знаю. С Это клипом, прям там ты, очень много это рождать просто прикол. книга, музыка и вообще жизненные какие-то ситуации. Ну, короче, вот сейчас считаем, что у нас сейчас прямой эфир, потому что у нас как-то с Ютубом сейчас пошел комом первый, блин. Пишет, блин, у меня дивана Ну, мы нету. просто губы раскатали, думаю, о, 4 камеры будем снимать. А интернет не потянул 4 камеры, надо еще тут. Да. Тут В общем, целая желаю эпопея вам была. всего самого доброго. Вы вопросы просто присылайте к нам. Мы самые интересные вопросы будем брать и прям делать целую программу. Возможно, это будет там, Так скажем, более серьезная по будет средам. история, да. Программа будет более серьезная, конечно. Да, в большей степени для А в прямом музыкантов, эфире мы будем наверное. с вами веселиться. Да, поэтому следующая программа ориентировочно в среду на Ютубе, а прямой эфир давайте вот мы оставим пока спонтанную историю, где все-таки придется вам слушать мой смех, потому что так получается же, Володя, живой диалог, а когда я начинаю молчать, и как бы ему приходится ну, прям вот работать Я с же вами. никогда в жизни, я за свою жизнь дал там, не знаю, там сколько, десятки или сотни тысяч концертов, кстати, за столько лет. Вот. И, естественно, у меня не было ни одного концерта, чтобы не было ни одного зрителя. Поэтому тяжело. Ну, мне А кажется, так это у меня было. зритель такой симпатичный, Спасибо. веселый, Спасибо. талантливый. Все кнопки нажимают вовремя. А это нас сегодня Wi-Fi подвел. Ну ничего, зато мы будем знать, как делать. Нет худа без добра. Всем желаем хорошего вечера. Не унывайте. Вот, заточение скоро закончится, все равно рано или поздно. Читайте книжки, слушайте музыку. Я, например, открыл у себя кучу дисков запечатанных, которые я даже не слушал, потому что у меня не было времени их распечатать, не то чтобы послушать. Сейчас я их распечатаю, я слушаю, вставляю диск, тряпочкой вытираю диск. У меня появилось время тряпочкой вытереть диск. Знаете, как это прекрасно? Но больше всего я понял, что я наткнулся, у меня в коллекции очень много дисков вообще не распечатанных. То есть совершенно новые, то есть я их даже никогда не слушал. Так что желаю вам хорошего настроения. Не болейте. Все, спасибо Всего вам доброго. большое, до свидания. Бедно играешь. Это «Лица неба», «Лица неба», выступление. Я вспомнил просто историю, как раньше в Америке было очень много музыкальных магазинов. Я тут купил тоже там очень много гитар. Я постоянно обитал в этих магазинах. И там был такой закон, что если человек приходит по какой-нибудь, он начинает обязательно так вот. Выражением лица, я так понимаю. Подходит продавец так. Лица неба, короче, запретили играть во всех музыкальных магазинах в Америке. Вот прикольно. А Кузьмина еще не запретили в Америке? Нет, когда я начинал что-то там играть, собирались такие зеваки, и продавец говорит, не обращайте внимания, он профессионал. У вас так все равно не получится.